Друзья, всем привет! Сегодня я велосипед изобретать не буду, мне просто надо сделать несколько кормушек для ловли на течении. Чем сейчас и займусь, заодно и вам покажу. Таким способом я уже пользуюсь не первый год, и по мне так он самый простой и быстрый. Надеюсь, что это видео для кого-то будет полезным. Не буду вас задерживать разговорами, приступаем к работе. Итак, для изготовления мне потребуется сам свинец, тут у меня старые грузила ненужные, газ с газовой горелкой, чайная ложечка, проволока от сварочного полуавтомата, ну или подойдет любая другая стальная. И вот обрезочек вот такой вот трубки металлической с небольшим пропилом. Сперва отолью несколько грузил. Выставил примерно в горизонталь чайную ложечку. Начинаю плавить свинец. Затем аккуратненько выливаю. Соблюдая все правила безопасности, берегите глаза. Если вам нужен груз определенного размера, советую сразу же отмерить свинец, сколько вам надо. После того, как залил, можно немного разогреть, чтобы груз получился более правильным. Теперь ждем, когда остынет, и продолжим. После того, как свинец уже хорошо схватился, но еще горячий, можно опустить его в воду, и он у вас вот так вот легко слетит с ложечки. Вот в итоге что получилось. Грузик готов. При помощи шила, либо дрели с тонким сверлом, делаем отверстие. Груз готов. Откладываем его в сторону. Начинаем заниматься изготовлением самой кормушки. Берем проволоку. Если она немного выгнута, надо край выпрямить. Примерно сантиметров 40-50. Этого более чем достаточно. Дальше от края примерно отступаем 15 сантиметров. И здесь делаем колечко. Кольцо сформировано, и после этого длинную часть 2-3 раза вот так вот обвиваем. Вот примерно что должно получиться. Дальше берем вот такую вот трубочку. В моем случае она 14 мм. Можно взять поменьше, можно побольше. Это кому какие нужны кормушки. Вставляем коротким хвостиком вовнутрь. Вставляем вот в этот вот разрезик. Примерно смотрим, где у нас центр. Делаем здесь заворотик под 90 градусов. И начинаем потихонечку заматывать. Учтите, что после намотки у вас пружина еще немного расширится. Делаем примерно 7-8 оборотов. После этого вытаскиваем трубочку. Немного отступив, откусываем лишнее. Такая вот заготовочка у меня получилась. Дальше остается завить вот этот край на центральную ось. Чтобы было более красиво, можно это дело все подровнять. Опять же, с нижней части делаем загиб под 90 градусов к центру. И здесь теперь надо вот эту вот часть обмотать вокруг основной оси. Поджал обе части круглогубцами. И теперь плоскогубцами делаем несколько оборотиков, чтобы зафиксировать. После того, как сделал пару оборотов, сейчас отрежу кусочек термоусадочки и здесь вот ее заплавлю. Это делать не обязательно. Я это делаю, чтобы случайно не пораниться об острый уголок. Дальше еще отрежу такой же кусочек термоусадки. Вот так вот ее пока одену сюда. А для чего вы увидите позже. Теперь, где у нас остался хвостик, формируем еще одно колечко. Здесь его надо сделать чуть-чуть побольше, чтобы можно было зафиксировать грузило. Вот таким вот образом согнул, и можно одевать груз. Для красоты можно немного выровнять все это дело. И также заматываем. Как вы убедились, все делается очень просто и быстро. Кормушечка практически готова. Теперь на нижнюю часть точно так же одеваю термоусадочку, подтягиваю и фиксирую. Ну вот, друзья, моя кормушка для течения готова. В принципе, за красоту я тут не гнался, потому что мне еще сейчас их делать 5 штук. Хочу это сделать по-быстрому. Я думаю, при помощи одной вы убедились, как это все просто делается. Надеюсь, что это видео для кого-то стало полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Всем пока и до новых интересных видео. Всем удачи!